Всех приветствую. Продолжаю проходить боевых жаб. Как вы помните, в прошлом видосе я прошел в турботуннель, и в конце этого турботуннеля жабы благополучно куда-то врезались. И вот сейчас мы узнаем, куда же они врезались. Пять пропущенных сообщений. Потом посмотри, что это за место. Похоже, королева прячется в заброшенном парке развлечений. Осторожнее. Когда нам в последний раз делали прививку от столбняка? Коллекционные предметы. А, вон один, вижу. Ну, за первое прохождение, наверное. Опа. Я не смогу собрать все коллекционные предметы, я так думаю, за первое прохождение. Так, что у нас тут опасные, мощные враги. Некоторые особо сильные враги поглощают урон, пока вы их не оглушите. Понятно. Кстати, не помню, говорил я или нет, но вот этот вот персонаж Rush, он такой наиболее сбалансированный персонаж. У него как бы сила атаки и скорость сбалансированная. Второй персонаж это Zitz. Он скорость атаки у него самая низкая здесь, но зато у него сила ударов самая высокая. А третий это самый быстрый, но и как бы сила ударов у него самая слабенькая. Зато смотрите, как он быстрый. Странно, вроде этой обучалки уже были. Зачем они по второму разу или не были? Так, привод жвачкой. Приклейте врага к месту на время. Нажмите Ctrl, потом правую кнопку мыши и направление ударом. Или ММБ это. Колесико, да, сейчас проверим. А, да, это колесико. Thank you.
прицельный плевок, нажмите Ctrl, потом колесик, по-моему, и чтобы плюнуть в выбранную цель, то знаешь, что может получиться. А, ну это вроде вот этот шарик лопнуть. Да, это шарик лопается. Так, что там со здоровьем у нас? Ага, начинаются первые там легкие головоломки, походу. Так, что нам тут надо сделать? Странно, что-то не выходит. Управление в обход проводов. Используйте переключатель, чтобы обойти систему проводов. Так, ну тут, как я понял, ничего дальше не идет. Да. А, ну вот сейчас должно пойти. Да, красное, потом синее. Готово. Да, сразу два этих чудика, которые сначала, блин. Так, что нам дальше? Захват кольца. Язык может завести куда угодно. Если поблизости вы увидели кольцо, используйте Ctrl, Space нажать и направление, чтобы подтянуть к нему с помощью языка. А, ну это... Так. Интересно, что дают за эти шарики, которые я лопаю. Ого, смотрите, космический корабль. Какой милый космический корабль. Просто радуюсь тому, что это не очередная ловушка.
And some will just have some really, really loose justification. Так, это, короче, секретик. Он появился. Камушек. Вот эти, короче, которые в скафандрах, их надо контролить. А то они вот это вот начинают там вот свою молнию делать. И они очень сильно дамажат. А, стоять. Тут, походу, какой-то этот... Какое-то задание. А, вот здесь нарисовано на досочке корона, потом звездочка, палка и виселица какая-то, веревка. А, ну вот корона, потом звездочка, да, звездочка есть. Потом палка какая-то и виселица. Вроде так. Есть камушек. Третий коллекционный камушек. Чем он дает, вообще без понятия. Блин, тут куча. Опять привидение какое-то. А, следующее, короче, это... Типа мини-пазл собрать. Сейчас глянем, что тут... Hacking mode!
однозначно, да. Вот так, наверное. Да, дверь открыта. А, не сюда надо. Упс. Это толпище сразу появилось. Опять эти со шлемами, которые, блин, электричество, блин, генерируют их. Под их удар лучше не попадаться. Так. Там вроде было сзади еще какой-то проход. Или я здесь пришел уже? Ну давайте. Блин, если они ничего не делают, то их они не попадают под удар. Нужно, чтобы они сами уставали так. Thank you.
походу, короче, надо разбить этот шарик. И он в... А. Пятый коллекционный. Чё, я четвертый пропустил где-то, что ли? А, ну и ладно, фиг с ним. Интересно. Что такое? Закрыта защита действует. Движение, потом подвижная опасность, взрывная опасность, пусковой сигнал и флаг взлома. Инструкция по выходу. Что вы думаете о такой строчке? Может, я зиц, зато не иступиться. Акт 1, этап 4 завершен. Че я там? Не собрал одного коллекционного предмета. Ну вот как-то так. Кто смотрел, спасибо за просмотр и всем пока!